кто там такой маленький у меня? Вставай, Миша, вставай. Вставай, сынок, вставай. Давай, вставай. Вставай. Давай, Мишуль, вставай, а то в школу опоздаешь. Давай, вставай. Сколько у тебя уроков? 6. Мам, ты меня так же до универа водить будешь? Ты сначала поступи. Поступлю. Ну все, давай. Пока. Пока, мам. Пока. Доброе утро. Доброе утро. Привет, Катерина. Здрасте. Доброе утро. Маша, у нас ЧП. Что случилось? Привитая мышь пропала. Катю утром обнаружила. Нет, ты представь, она вечером вчера их пронумеровала все, ну, для учета. Утром приходит на работу, а одна пропала. А они все с мутацией. Первая, вторая, третья, пятая на месте, а четвертой нету. Ну что, весь институт на коленках будет ползать, пятую мышь искать. Весело, да, Катя? Ну так, ничего. Все, не трогайте меня больше, мне нужно еще 2 курсовые до вечера закончить. Так, а с мышью что? Вера Ивановна, их 4 было. Посмотрите в журнале, мы же там все записываем. Ой, правда. Фу. И правда 4. Ах ты, зараза ты маленькая, а? Нет, ты же какая серьезная такая, да? Я и поверила. Нет, ты мне скажи, зачем ты на ней цифру 5 написала? Прикольно. Не, ну надо же, ей прикольно, а? Фу. Фу. Маша, ну и много тебе за эти курсовые платят? Да какой там много. Платят, и то хорошо. А я тоже могла бы курсовые писать, если бы умела на компьютере работать. Учитесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Только прочтите перед тем, как сдавать. Спасибо. Ладно, если успею. До свидания. Всего доброго. Девушка, ваша очередь. Вы пойдете? А днем хочется спать, так? Да. Угу. Сны снятся? Нет. Да я и не сплю почти так, лежу с закрытыми глазами. Угу. Сейчас белая ночь начнутся, вообще спать перестану. Угу. Ну, что, найдем причину тревоги, устраним. Сон становится. Хорошо, положите ногу на ногу, пожалуйста. Угу. Работаем много другую ножку? Да. Угу. Работа плохая, коллеги, начальник? Нет, хорошая работа. Угу. Хорошо, встаньте, пожалуйста, вытяните ручки, закройте глаза. Муж пьет? Нет. Не пьет? Мужа нет. На разводе. Угу. Дотроньтесь, пожалуйста, правой рукой до кончика носа. Недавно развелись? 13 лет назад. Любовник есть? Нет. Гинеколог бы сказал, что это плохо, я говорю, хорошо. Нет любовника, нет проблем. Садитесь, пожалуйста. Смотрите на молоточек. Коммуналка, соседи? Нет, отдельная квартира. Угу. Дети есть? Да, сын. Сколько лет? В этом году школу заканчивает. А что же сразу-то молчали? Надо сразу говорить. Школу заканчивает. Здесь медицина практически бессильна. Вот у меня племянница в прошлом году поступала. Так я сестру 3 месяца не могла в себя привести. А тут еще сын. Через год армия светит, да? Ну, все хуже. Если не поступит, сразу в армию пойдет. Он в школу 8 лет пошел. В
болел. Ой, ужас-то. Так, вот хорошее снотворное. Только прежде чем принимать, прочитайте инструкцию и не злоупотребляйте. Да? Здравствуйте, Мария Борисовна. Здравствуйте, Мария Михайловна. Миш, ну что тут у тебя? Да, у меня с ответом не сходится. Миша, давай собирайся домой, проверь и обязательно доделай. Хорошо. Подожди меня на улице. Окей. До свидания, Майя Борисовна. До свидания, Миша. Ну да, спасибо. Неудобно как-то, но вы одна его воспитываете. Ничего, я работаю. А у вас есть кто-нибудь на биофаке, кто вас подстрахует? Да. Преподаватель, я еще у него сама училась, на него надеюсь, да. Вы не зацикливайтесь на одном университете. Вы в другие вузы тоже подавайте. Хорошо, нам бы ЕГЭ сдать. Русский-то он сдаст, а вот математику. Не переживайте вы так. Но я же год его натаскивала. Я уверена, соберется, сдаст хорошо. Матвей Маркович. Здравствуйте. Ко мне зайдите после занятий в кабинет. Да-да. Здравствуйте. А что это русский? Замдеканша. Проявляет ко мне повышенный интерес. Но она не в моем вкусе. Да. Да и старовата она для меня. Какой вы? Да. Я вообще решил уйти на пенсию. Студенты, понимаешь, меня раздражают, от них тут давление повышается. Компьютер толком освоить не могу. В общем, так. В среду в 6 часов на кафедре меня будут провожать на пенсию. Ну, маленький банкет. А как же мой Миша? Как же он поступит без вас? А, я забыл сказать. У Вечерников освободилась вакансия. Я замолвил за тебя словечко. Если понравишься, я возьму. Спасибо. А какая там нагрузка? Я ей протекцию устраиваю, она мне про нагрузку. Ну, просто у меня дипломы студента, Миша. Ты постарайся, постарайся. Витамины попей. Ну что, можно больше никого не ждать? Это весь ваш состав? Кто опоздает, тот постучится. Хорошо. Меня зовут Мария Михайловна, я... старший научный сотрудник Института биологического синтеза. Кандидат биологических наук. Буду вести у вас лекции и семинары по теме репликации дезоксирибонуклеиновых кислот, или, проще говоря, химия наследственности. Угу. Где вот мы все спрятались, да? Ты что, уже сделал все уроки? Да. На, оба варианта верны. Миш, это программа 8 класса. Ну, не могу, я устал, хочу спать. А чертей в компьютере гонять ты не устал? Миша, я тоже устала. Это кому надо поступить в институт, тебе или мне? Ну, сколько раз я могу тебе это повторять?
Я не буду с тобой больше. Ну, мама! Ну что, ну, мама? У меня уже нет сил хватать тебя все время и тыкать тебя в учебник. Ну, я утром все сделаю. Я сейчас просто устала, хочу спать. Ладно. Умывайся и ложись спать. Мне еще курсовую писать. На, ты на выпускную Майи Борисовне завтра отдашь. Хорошо. Я как мама. Я в аптеку зашла, ничего не нужно. Ничего. Хорошо. Я скоро приеду. Угу. Здравствуйте. Добрый день. Вот. Они сильные, вы знаете? Да. Я от кашля еще что-нибудь. Я однажды такую таблетку после экзаменов выпила, чтобы выспаться. Проспала 15 часов. Меня мама добудиться не могла. Прочитайте инструкцию. Хорошо, спасибо. Спасибо. Мамуль! Кушай, кушай. Ну как? Приятного аппетита. Спасибо. Мишка готовится? Ой, готовится. Я ему талдычу, учи, учи, учи. А то не поступишь. Ой, армия. Ну что он в этом понимает, ребенок? Я даже не хочу об этом говорить. Лучше расскажите, как вы? А сердце-то, сердце как? Да, мы в пятницу переезжаем на дачу, я уже машину заказала. Две. Помощь нужна? Не, справимся. Эти ребята, которые на грузовике, обещали все аккуратно вынесут, занесут. Кстати, я заметила, что в последнее время вспоминаю о мужчинах, если нужно что-то таскать. Больше с ними вообще никак не сталкиваюсь. В магазине тетеньки, доктора к маме приходят тетеньки, в бюро тетеньки, перевод заказывают мне тоже тетеньки. Может, мужчины в метро? Mm. Там тоже мы. Где они проводят время между молодостью и старостью? Не знаю, но явно не с нами. Добавочки? Mm. Я наела, спасибо. Больше нельзя, то усну. А у меня сегодня две лекции. Зачем тебе этот университет? Ну, книжка поступит. Я на Марковича надеялась, а он на пенсию уходит. Бросай все, поехали с нами на дачу. А я к вам в выходные приеду выспаться. Обязательно мне позвони, когда едешь до школы. И когда домой вернешься, тоже мне позвони. Ты взял бутерброды? Нет. Суп в холодильнике. Ага. И мясо с макаронами тоже, только я, Миша, прошу тебя, пожалуйста, разогрей. Не ешь холодно. Договорились? Договорились. Так, ты все собрала? Да, не волнуйся. Ладно, я вернусь завтра, пожалуйста. Собери голову, будь взрослым. Ладно, давай. Пока. Пока. Так, таблетки.
Что случилось? Я учебник по алгебре забыл. На столе. Спросила, все взял? Это он? Да. Все, давай, пока. Пока. Вот бы сейчас в Крым поехать, а? Когда мы там, мам, были? На майские. Да, примерно в это время. Хорошо там. Маш, у тебя телефон. Я же собиралась его выключить. Мишка, наверное? Да нет, я сказала, может, он тебе звонил, если что. Маркович. Не бери. Да неудобно. Дай, дай сюда, я поговорю. Угу. Алло. Здравствуйте. Это не Маша, это Оля Богатырева, ее подруга. Мы вместе у вас учились. Помните меня, Матвей Маркович? Здравствуйте. Как поживаете? А, нет, я науку не поднимаю, не получился из меня ученый. Да, вы так и говорили. Угу. А Маша не может подойти, она... У нее пульпит. Пульпит. Да, она у стоматолога, обязательно вам перезвонит. А что-то случилось? Что у вас полезло? У него голые бабы полезли. Откуда? Куда? Говорит, много не остановить. Может, у него белая горячка? Не-не, он не пьет. Господи, так отключите его. Да из розетки выдерните и все. Можно, ничего не будет. Вирус какой-то поймали. Людям, конечно, передается, да. Да, Маша передам, перезвонит обязательно. Счастливо. Ага. Ему интернет провели. Вот у него голые бабы и полезли. Конечно, если на них щелкнуть, они полезут. Интернет он осваивает. Старый развратник. Хопа. Это ведь она, Машенька, только с тобой такая бойкая. Мама. Марусенька, пойдем погуляем на залив? Не, прости, дорогая, я спать. У меня такие таблеточки есть. Не знаю, насколько отключусь. В летаргический сон это не перейдет? Завтра узнаем. Ну-ка, покажи, что за таблетки. Балда. Забыла? Ну, не переживай, здесь такой воздух свежий. Ты заснешь, как убитая. Мамуль, что, совсем плохо? Я сейчас, я капли принесу, я сейчас. Мамулик. Ты не спишь? Я сейчас. Извини. Маме плохо. Так. Ты скорую вызвала? Скорую. Скорую, да. Скорую сейчас. О. Давай я вызову. Помоги, пожалуйста, а? Алло. Алло, девушка, нам бы скорую вызвать. Сестрорецк, разлив. На адрес скажи. Адрес, адрес, адрес. Что? Алло. Здравствуйте. Значит, вам нужно по Приморскому шоссе. Там будет съезд. И прямо до улицы отдыха. А адрес? Точно адрес. Точно адрес. Дом 3. Только заезжать нужно с третьей березовой линии и отдыха с угла. Да, я встречу. Ждем.
Иди скорую встречай. Я не пойду. Я боюсь. Ну, не реви, мамусик. Почему так долго? А где врач? Вот врач. Я врач. Что? Адрес вы диктовали? Нет. 20 минут катаемся. Какая к черту это вторая березовая аллея, если это улица отдыха? Послушайте, ну купите навигатор, если вы улицу не знаете. Нам туда. Не надо меня учить. Проходите. Был редкий пульс и низкое давление. Здравствуйте. Здравствуйте. 90 на 50 я мерила. Сейчас посмотрим. Сколько маме лет? 70. Как себя чувствуете сейчас? Почему они так долго ехали? Заблудились. Пойдем на кухню, я тебе чай сделаю. Ой, что-то как-то мне... Пульс очень слабый. Вы доктор? Нет, я биолог. Понятно. Света, магнезию. Хорошо, Алексей Геннадьевич. У мамы кардиостимулятор не установлен? Нет, мама боится наркоза. Нам предлагали, но она не соглашается. На, выпей. Нужно пройти полное обследование. При таких симптомах ставится кардиостимулятор. Света, готова? Доктор, только вы не уезжайте, пожалуйста, ради бога, прошу вас. Не переживайте, не переживайте. Мы должны посмотреть, как действует лекарство. Спасибо. На, выпей. Пей. Пойдем, 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 сядешь. Ой, потерпите чуть-чуть. Вы успокойтесь. Ага. Сейчас что-то у меня потемнело немного. Все. Вы так не волнуйтесь. Маме сейчас станет лучше. Давайте просто померяем. Уплывет все. Кого спасать, непонятно. Света, на минуту. Седуксен. Говорю всех. Сейчас лекарство подействует. Спасибо. Какой молодой доктор. Я молодой? Угу. Я старый, мне 34 года. На 16 лет старше вас. Вам же 18, правильно? Угу. 5 раз по 18. Олечка? Она вышла подышать. Скоро вернется. Не простудится? Нет, она тепло оделась, не волнуйтесь. Дружные у вас дочки. Угу. Света, возьми. Я завтра буду опять дежурить, так что звоните, если что. Спасибо большое. А мы, наверное, вам что-то должны. Нет, ничего. Мы же опоздали на вызов. Просто я думала, раз вы работаете в этом районе, значит, вы должны знать каждый уголок. У нас одна скорая на весь разлив и 6 удовольств. А это, как вы понимаете, территория больше, чем Королевство Люксембург. Не злитесь. Адрес диктовала Ольга. Вы видели, в каком она состоянии? Да. Ну, ничего, поспит, восстановится. Ну, спасибо. Всего доброго. И вам. Забыл сказать, у меня друг отличный хирург. Устанавливает кардиостимулятор. Можно он вам позвонит? Да, конечно. Он расскажет, что да как. Возможно, вы сможете говорить маму. Давайте. Это мой телефон, а это Оля. Угу. Позвонит, скажет, что от меня. Зовут меня Алексей. Меня Маша. Очень приятно. Угу. До свидания. Всего доброго. Марья Павловна, что вы встали? Что с Олей? Да спит она. Врач ей укол сделал.
Укол? Да. Зачем ей укол? Она так волновалась, что чуть в обморок не упала. Ну, сделай ей успокоительное. Ну, идемте, пожалуйста, вставайте. Точно успокоительное? Я клянусь, сиду ксен. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Ай, что вы, ей-богу, да? Ну, куда вы вскочили? Доктор, какой симпатичный. Ай, мальчишка. Заметила, как он смотрел на тебя? Я ничего не заметила. А вот вы как успели все разглядеть? Ну, успела. Ах, ты бедная девочка. Приехала к нам выспаться, а спит Оля. Алло. Кто? А, Алексей. Здравствуйте. Да, спасибо, мама, хорошо. Да, и Оля почти до трех проспала сегодня. Спасибо. А нет, ваш друг еще не звонил. А отпуск? Ну, что ж, отпуск так отпуск. Ну, хорошо, звоните. Нет, я еще не знаю, что буду делать во вторник. Хорошо. Да. До свидания. Будильник. Спасибо. Бедная, ты по звонку меняешь род занятий, да? Ну что, теперь к лекциям готовиться будешь, да? Да нет. Сегодня у меня обед. Знаете, что это такое? Что? Это аннотация кардиостимулятора. С этой штукой ваша мама сможет подниматься на пятый этаж без одышки. Я передам Оле ее маме. Мы не сестры. Дружим с института уже почти 20 лет. А у меня вот с института товарищей как-то не осталось. Все разбежались. А вы за городом живете? Нет, я живу в центре. А за городом я работаю. В Питере на один вызов к больному приходится 3 вызова к бомжам. И вся работа сводится к доставке этих несчастных в дежурные клиники. А за город я езжу лечить. Ну, а вы где работаете? В лаборатории, еще в университете и дома. У меня сын в этом году школу заканчивает. Лаборатория, университет, сын. А где же время на личную жизнь? Его нет. Ну, так нельзя. Может быть, так нельзя, но так сложилось. У меня очень много обязанностей. А давайте... Давайте я вам чем-нибудь помогу. Чем? У вас есть машина? Примерно. Нет, я езжу на автобусе. А далеко живете? На Ржевке. Хотите, я буду вашим шофером? Вы шутите? Нет, я абсолютно серьезно. Буду отвозить вас в центр утром. А вечером забирать из университета. Послушайте, а зачем вам это нужно? Маш, как бы вам это объяснить? Вот у меня такой порыв. Райский, заберите свою работу. Почему?
Потому что неделю назад я читала такую работу в интернете. Я вас очень прошу, пожалуйста, не надо скачивать в интернете. Ну или хотя бы не одну работу, а несколько. Компонуйте их, чтобы как было возможно читать. Хорошо. Договорились? Ага. Что вы решили прямо сегодня начать? Да. Прошу. Алексей, перестаньте дурачиться. А я не дурачусь. Я серьезен. Я взрослая женщина. У меня есть сын. У меня куча работы. Ну, неужели непонятно? Что именно? Ну, что все это нелепо. Ну, вы даже сейчас на доктора не похожи. Так лучше? А машина выглядит круче, чем ездит. Маша, я серьезный человек. Я врач. Я 17 лет зарабатываю себе на жизнь. Может, я, конечно, и выгляжу не солидно, но поверьте, и у вас мало солидности. Сколько вам лет? 39? 38? 38. 38. А мне 34. И вы думаете, Маша, что разница в 4 года дает вам повод считать себя взрослой женщиной, а меня молодым идиотом? Нет, но просто... Нет никаких «но». К черту все условности. Давайте уже перейдем на «ты». Хорошо. Давайте перейдем на «ты». Садись. Отвезу тебя домой. Ты шляпу забыл. Так во сколько завтра утром? Нет, не надо утром. Я же сказала, я езжу с сыном. Хорошо, тогда вечером, как сегодня. Спокойной ночи. До свидания. Мам, что так рано пришла? Ну так ты занимаешься. Но у меня перерыв 5 минут. Угу. Знаю я твои 5 минут. Мам, ну я тебя ждал. Меня он ждал. Как день прошел? Обычно. Тебе нравится преподавать? Не знаю. Нет, наверное. Послушай, я не могу с тобой об этом говорить. Потому что я тебя совсем не знаю.
И ты меня совсем не знаешь. Я вообще не знаю, зачем я тебе нужна и зачем ты все это делаешь. Ты работаешь сутки. Тебе надо высыпаться. У тебя есть семья, не знаю. Родители, друзья. Ну, господи, ну правда, ну что за бред какой-то встречать меня? Скажи, тебе кто-нибудь говорил, что ты зануда? Нет. Я просто взрослая женщина. О, ну началось. У тебя же взрослый сын, да? Да. Ну, ты должна понимать, как устроен мужчина. Он делает только то, что ему хочется. И что это значит? Это значит, что если я хочу тебя видеть, значит, я хочу тебя видеть безо всяких объяснений. Куда мы едем? В ресторан. Ты же голодная? Нет. Это совершенно исключено. Мне нужно домой. У меня там сын, он... Дома есть готовая еда? Да. Когда он проголодается, навали себе целую гору и будет сидеть у телевизора и кушать. Но он не разогреет. Конечно, потому что холодное вкуснее. Ничего-то вы не понимаете, мамаша. Заказ будет готов через 10 минут. Хорошо. Давай знакомься. Давай. Ты женат? Отличный вопрос для начала разговора. Вообще нет. Но был женат 2 раза. Я хочу тебе сказать, что это еще скромный показатель для врача. Вот мой институтский приятель, нейрохирург, женат 5-й раз. Так как же он так успел? Далеко. Женился на операционной сестре. Она забеременела. Осталась с ребенком дома. Целые сутки был на работе, появилась новая сестра, потом новый ребенок, ну и так дальше по кругу. Не у тебя так же было? Почти, только без детей. И кругов поменьше. В больнице все время приходится выдерживать натиск. Поэтому я в больнице не работаю. Не люблю напирающих женщин. А что, в скорой как-то по-другому? В скорой спокойнее. Где твой муж? Не знаю. Я не видела его уже лет 14. Вообще не появляется? Вообще. Ну, а родители, братья и сестры? Родители у меня умерли. У меня есть сын. И Оля с мамой. Получается, ты совсем одна? Получается. Но я к этому привыкла. Простите, но... Это совершенно невозможно. Почему? Потому что ты взрослая женщина? Нет, просто... Это все ерунда. Разве ты не поняла, что я упрямый? Поняла. Просто меня это совсем не радует. Ну, придется смириться. До встречи. Катька, да не мучай ты мышей. Алло. А, да, Матвей Маркович.
Да, простите, дорогой зубного. Угу. А что врач сказал? Да? А какое? А, да, записываю. Диктуйте. Угу. Хорошо, привезу сегодня. Ну, в обед привезу. Угу. Хорошо, извините, ага. Вера Ивановна, я отлучусь на часик, ладно? Ладно. У тебя какие-то дела? Тебя отвезти? Мой педагог, профессор, он заболел и просил меня привезти лекарства. Ему врач сказал, я купила сок. А что за лекарства? Да, ничего серьезного. Это не срочно. Проходи. Вот. Маша. Послушай. Знаю, ты взрослая женщина. Нет, просто... Ну, просто у меня давно не было всяких романов. И я не помню, как все это делается. Я тоже не очень помню. Будем отталкиваться от теории. Я медик, ты биолог. По части физиологии что-нибудь решим. Нравится моя коллекция? Угу. С самого детства собираю. Так я взрослее выгляжу? А фотографии? Там, где ты побывал? Да нет, только собираюсь. Это мечты. Я тебе потом о них расскажу. Я опаздываю уже. Прости. Давай помогу. Тебя подбросить? Да нет, на метро быстрее. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите за опоздание. Садитесь.
Мама. Точно как студенты. Мама. Почему у тебя нож? Я думал... Алексей. Это мой сын, Миша. Очень приятно. Здрасте. Пойдем. До свидания. До встречи. Собрался в такой рань. Ничего, нормально. Что нормально? Это я... Сейчас поедем вместе. У меня нулевой урок. У тебя нет нулевого урока. Есть. Миша. Вообще-то тебя вчера ждал. Ой. Ой. Врач участковый звонил. Спрошу, пью ли я лекарство? А я говорю, студентка моя должна принести. Да вот что-то не принесла. Когда молодой-то был, всем был нужен. А вот старый стал и... Я вам суп грибной сварю. Вы любите? Да из чего ты сваришь? У меня и грибов-то нет. Я все купила. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Грибного супчика я давно не пробовал. Я названивал тебе, думал, вдруг что случилось или... Бывает момент в жизни, когда я не могу подойти к телефону. Я побежала. Маша, подожди. Присядь. Я тут кое-что купил. Посмотри, примерь. Откуда ты знаешь мой размер? Да я на глазок. Вот еще. Леш, ну не смеши, ну как можно купить туфли незнакомому человеку без примерки? Это называется метод научного тыка. Примерь, примерь, не стесняйся. Ну? Они все такие красивые. Ну, значит, все и берем. Ну что ты, это дорого. Дорого это для чужого человека. А для тебя ничего не жалко. Спасибо тебе. Я в ночь ухожу на дежурство. Скучать будешь? Позвоню, проверю. Может, она не придет? Я думаю, надо сходить в деканат.
Садимся. Ну и в чем дело, господа студенты? Педагог? Здравствуйте. Опаздываем. Я вас предупреждала, что совмещение невозможно. Вот, пожалуйста, результат. Идите, работайте. Учимся, учимся. Ты паспорт не забыл положить? Нет. А ручку? Нет. Вторую ручку? Не забыл. И телефон не забудь отключить. Или знаешь, что лучше вообще его не бери, а то придерутся. Если я его не возьму, как я тебе позвоню после экзаменов? Молодец. Умница. Обязательно позвони мне, я буду ждать. И знаешь, что главное, не волнуйся. Ладно. На самом деле, ребята говорили, что экзамен не такой сложный. Ну, те, кто в прошлом году писали. Иди. Это, наверное, твой красавчик звонит. Не обращай внимания. Да иди. Тебе теперь есть с кем разговаривать. Ну что с тобой? Машенька, улыбнись. Прости меня. Я могу думать сейчас только о Мишке. Миша, наверное, звонит. О, Боже. Алло. Да, моя Борисовна? Как, совсем? О, Господи, может, он плохо себя чувствует? А что тогда? И что теперь делать? Да, да, конечно. Да, до свидания. Кому ты звонишь? Миша. А что с ним? Теперь он трубку не берет. Плохо написал пробный ЕГЭ, почти на 2. Почему? Откуда я знаю? Да все ясно, как 2×2. Человек хочет привлечь к себе внимание. Но не таким же способом. Почему? Очень действенный способ. Теперь ты бросишь все и будешь с ним день и ночь готовиться к очередным экзаменам. Есть, конечно, и другой способ. Это заболеть. Но это место занято. Болеет педагог. Прекрати. Это не мой выбор быть матерью-одиночкой. Я ответственна за этого маленького человека. Твой маленький человек уже вырос. Он вырос, но он не взрослый. Тогда ему возможность повзрослеть. Тебе легко говорить. Маша, ну, я не опытный родитель. Да я вообще не родитель. Я тоже был когда-то пацаном. Я прекрасно его понимаю. Если он накосячил, должен сам понять и все осознать. Взяться за ум. Да успокойся, все будет хорошо. Поехали ко мне. Я не могу. Ну, конечно, ты не можешь поехать переночевать ко мне, потому что у тебя сын. И я не могу поехать к тебе, потому что у тебя сын. У меня дежурство, у тебя 33 работы, а заниматься сексом в перерывах красиво только в кино. А в жизни получается как-то не по-человечески. Прости, что опоздал. Пробки по всему городу. Это тебя. На прощание? Нет. Ты от меня так легко не отделаешься. Я просто подумал, было бы лучше, если бы мы жили вместе. Как? Вместе, как семья. Я же понимаю, ты сейчас разрываешься между всеми.
Господи, Леша. Вместе тоже будет непросто. Я поговорю с Мишей, я ему все объясню. Я люблю тебя, Маша. Не делай вид, что ты спишь. Почему ты плохо сдал? Я не буду это обсуждать. Я старался целый год. А получилось столько же, сколько те, кто ничего не делали. Значит, я идиот. Да зачем корячиться? Я тоже хочу гулять с девчонками, пить пиво и развлекаться. А не зубрить эту гадость. Мне надоело это все. Подожди, а что? Гулять с девчонками, пить пиво — это что, предел твоих мечтаний? Да. А тебе что больше нравится, в лаборатории сидеть или с мужиком гулять? Как ты со мной разговариваешь? Да мне пофиг вообще. Мы закончили. Привет. Привет. Здравствуйте, Мария Павловна. Ну, и чего вы вернулись? Здесь спокойнее. Да, в общем, да. Что-то я там слишком волноваться стала. Ой, мамулик, ну не сочиняй. Маш, не она, а я волноваться стала. Нет, я виновата. Молчать надо мне больше, мам. Мам. Стоп. Грузчики, я не расплатилась, блин, балда. Они ждут, там сидят неудобно. Я сейчас. Что вы такого сказали, Марья Павловна? Ну, меня прихватило опять, понимаешь? Оля вызвала скорую. Я сказала, что я не поеду в больницу. Что я лучше дома умру, в смысле, на даче. Она перестала спать. Ползает по ночам. Слушает. Дышу я, не дышу. Ну, понятно. А что, здесь как-то полегче? Здесь я... Оля говорит, скоро приедет, быстрее меня спасут. Прям корова какая-то священная. Все меня должны почему-то спасать. Знаете что? Давайте поставим кардиостимулятор. И сразу все изменится. Маша, все сразу изменится. Раз и навсегда. Все. Расплатилась? Ага. Марус, передай, пожалуйста. Мне доктор предложение сделал. Какой доктор? Который к нам приезжал. Марусь, ты заметила, как он на нее смотрел? Марусь, и ты еще думаешь? Ты не думай, выходи! Нет, Марусенька, ты думай и не выходи. Да почему, мам? Почему? Оля! Ну, красивый мужчина, доктор! Ну и что? Для друга, да, он вполне годится. А для мужа нет. Прости меня, Маша, но всегда 2+1. Либо ты с мужчиной, а ребенок отдельно. Либо ты с ребенком, а мужчина отдельно. И тогда тот, кто отдельно, он уходит. Ось, Мишка рано или поздно уйдет, подумай. Да, ну пусть он это сделает сам, а не Маша его подтолкнет. Мам! Оля! Ай!
романтика, любовь. Это же счастье. Алло, Миш. Как ты? Мишенька, я сегодня у тети Оли останусь ночевать. Не груби. Я прошу тебя, сделай, пожалуйста, уроки. Хорошо, я позвоню тебе завтра. Тебе помочь? Нет, я сам справлюсь. Мясо должен готовить мужчина. А помнишь, ты мне обещал рассказать про свою мечту? У меня мечта объехать всю Европу на машине. Я выстраиваю разные маршруты, узнаю информацию в интернете о городах, фотографии. Я знаю, что наступит тот день, когда я плюну на все, сяду за руль и буду ехать, пока не упрусь в Атлантический океан. Почему до сих пор не поехал? Да не с кем. Дорога как в горы. С кем попало, не поедешь. Тем более, это мечта. Не хочу, чтобы кто-нибудь ее испортил. А со мной бы поехал? Проблема в том, что ты со мной бы не поехал. Миша, ты что там? Куришь? Вы кто? Я кто? Это вы кто? Я мама. Где Миша? Миша! Мам, ты что, не позвонила? Ты почему не в школе? Проспал. Кто это? Знакомая-то моя. Дурак, принеси мне одежду! Быстро принеси ей одежду, чтобы духа ее здесь не было, ты понял? Понял. Значит так, сейчас ты быстро собираешь все окурки, бутылки и проветриваешь комнату. Ты меня понял? И чтобы больше здесь никогда этого не было. Да я понял. Вера Ивановна, вы можете пойти поскорее к заведующему и сказать, чтобы нам дали новую работу? Этот ведь мы закончили. Угу.
Теперь откройте конспекты и продолжите схему. Я вернусь через 15 минут, проверю. Ну, наконец-то. Я еще не освободилась, мне надо собрать работы. Хорошо, я еще подожду. Не надо. Мы больше не будем встречаться. Я не могу разрушать свою жизнь. Прости. Я разрушил твою жизнь? Интересно, как же я ее разрушил? Каким образом? Может, она не крепко держалась? Может быть. Но она держалась. Хорошо, извини. Так сказать, за доставленные неудобства. Я думал, будет как лучше. Но сделать что-то не так, наверное. Послушай меня. Ты испортишь своему сыну жизнь. И себе испортишь. Он уйдет от тебя, когда вырастет. И ты останешься одна. Прощай. Твоя мама ни при чем. Я к тебе пришел. У нас с тобой мужской разговор. С глаз на глаз. Понимаешь? Я сказал, я вам мешать не буду. Ну ты эгоист. Если ты любишь маму, то подумай о ней, а не о себе. Но это и мой дом. Я здесь живу. И я имею право не хотеть, чтобы здесь кто-то другой жил. Или так, это моя половина, а там ваша. И я буду приводить того, кого я захочу. Поняла, мам? Ты что, его напоил? Да нет, все под контролем. Выпили вина немного. У нас мужской разговор. Да, Миш, так ведь? Да. Я, кстати, нашел букет, который тебе подарил. Давайте расставим точки над «и». Какие точки над «и»? Ты кто такой вообще? Я тебя не звал точно. Мам, скажи, пускай он уходит. Леша, уходи. Леша, я тебя очень прошу, уходи. Тогда я уйду. В моей жизни. Майя Борисовна, результаты ЕГЭ по литературе готовы? Нет, пока только русский и математика. Смотрите на сайте. Мария Михайловна, но я бессильна. Он просто сознательно испортил тест. Какие-то ответы понаписал, где-то прочерки поставил, где-то все варианты выбрал. Он не сдал? Так он и не пытался. А пересдать можно? Только на следующий год. Он у вас, может, влюбился? У них бывает такое, когда они влюбляются. Какая разница?
Ну да, да. Марья Михайловна, ну не расстраивайтесь, вы так. Подготовимся, и на следующий год обязательно хорошо сдадим. Не сдадим. Армию. Леша, я просила тебя, не звони мне, пожалуйста, больше никогда. Все, я не могу больше говорить, прости. К вам. Да, слушаю вас. Вот заявление. Что за заявление? Прошу. Увольнение, я не справляюсь. Интересно. А что ж, ваш сын, он не будет поступать? Он передумал. Очень жаль. Хорошо, я подпишу. Почему ты не пошел на выпускную? Не захотел, не пошел. Что значит не захотел? Зачем я сдавала столько денег? Не сдавала бы. Что значит не сдавала бы? Это же твой выпускной. Это же 11 лет. Этой чертовой школы. Столько сил на твою школу, на твои экзамены, а ты... Мам. Ты все испортил. Ты знаешь, что такое армия? Ты даже не понимаешь, что такое армия. Мам. Ты дурак. Мам. Ты... Как тебе не стыдно, ты... Господи, я всю жизнь на тебя потратила, а ты, ну правда, ну как же тебе не стыдно? Ну это же... Ну за что мне это?
Алло. Алло, Маш. Машенька, маме плохо совсем. Она еле дышит. Куда везти ее? В больницу в какую? Которая ближе или которая хорошая? А вдруг они ее не успеют перевезти, Маша? Подожди, не волнуйся. Я тебе перезвоню. Да. Алло. Да, Маша. Леша, это я. Ага. Оленой маме плохо. В какую больницу ее везти? Понятно. Значит, везите в третью. Мой друг там оперирует. Я вас встречу в приемном. Доктор, что? Все нормально. Теперь главное соблюдать режим. Ни в коем случае не лежать, двигаться. Если будет положительная динамика, можно поехать на дачу. Там погулять. Спасибо. Пожалуйста. О, слава тебе, Господи. О, слава тебе. Где Миша? В армии. Здесь, недалеко. Что пишет? Ребята все питерские. Часть вроде хорошая. Учится водить. От этого счастлив. Ну, видишь, все нормально. Да. Скажи, он раньше интересовался машиной? Не знаю. Нет, наверное. Я была у него на прошлой неделе. Ну и как он? Вырос. Курит. Спасибо, я пойду. Маша, подожди. Подожди. Слушай, я понимаю, я все испортил. Я постоянно думаю об этом. Нет. Оно само все так вышло. Ты был прав, не крепко держалась. Или время так совпало. Прости, я очень устала, я пойду. Я довезу тебя. Не надо, я возьму такси. Ладно. Где твои машинки? Продал. А карта? Выкинул. Дурацкие мечты. Все равно невозможно вырваться из этого круговорота. Иногда само выкидывает. Маша. Чи.
Машенька! Машенька! Смотри, я уже хожу. Ну, кто бы мог подумать? Маруся! А что это ты посреди рабочего дня? Как это понимать? А у меня отпуск. Значит, ты к нам надолго? Навсегда. Ура! Здорово, солдатик. Здорово. На, держи. Тебе тут жрачки всякие привез, сигареты. Спасибо. Я как в пионерском лагере, типа. Ну да. А какого года? Олимпийская, 80-го. Нифига. А можете движок показать? Ну, пойдем, покажу. Ого. А это вас мама прислала? Нет. У мамы твой телефон не отвечает. Я заезжал к вам, смотрю, из-за двери сломанный ключ торчит. Да, она говорила, что-то проблемы нет. Да. Я вот замок поменял, держи. Спасибо. А как меня нашел, нашли? В почтовом ящике у тебя письмо лежало. Мама у тети Оли на даче. Как служится-то? Нормально. Так, потихонечку. Ну, хорошо. Ты звони, если что. Ладно. Если к маме поедете, привет передавайте. Хорошо. Ну, давай, удачи тебе. Спасибо. Ты молодец. Ты тоже. Уже и осень. А где-то ведь всегда лето. В раю. Оля, я до залива и обратно. Я тебе звонил.
Телефон не отвечает. Я поменяла номер. Значит, все связи разорваны? Только самые ненужные. Несколько дней тебе хотела позвонить. Я привез ключи. Поменял замок твоей двери. Можешь возвращаться домой. Это не входит в мои планы. Я вот здесь наметила один маршрут. Посмотри. Я скучал по тебе. Поедешь со мной? А ты со мной?